И всем привет! С вами я, Александр Жуков, и сегодня я буду экспериментировать, что же можно сделать с дрелью и с карандашом. Можно ли поточить карандаш с помощью дрели? Вот так я наточил один карандаш. И сейчас я также сделаю карандашом, который еще не наточен. Он сломанный. Сейчас Вот так вот точился карандаш. Так, в общем, вот так вот получилось. Вот так вот получился карандаш. Так вот получился карандаш, который наточенный уже, и можно что-то начать. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Жуков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Донбасс. Пишите комментарии под видео, и всем пока.